Всем привет, меня зовут Анна Черноталова, мне 18 лет, и я представляю Самарскую область. Я с самого детства пою, занимаюсь творчеством. Моя мама – руководитель детского музыкального театра, поэтому, собственно говоря, у меня не было другого пути. Я почти родилась на сцене, сцена – это моя жизнь, и до сих пор я ничего другого и не знаю, кроме творчества. В 5 лет я познакомилась с дельфином, я была в дельфинарии. Пока плавала, я сорвалась, дельфины очень скользкие. И дельфин остановился, подплыл, под меня подсадил, и мы дальше продолжили кататься. Рассказала своей подруге, которая писала тогда песни о том, что я вот встретила дельфина. Мы вместе написали песню, его зовут Бася. И вот сейчас эта песня звучит в дельфинарии «Морская звезда». Сейчас очень волнуюсь не из-за выступления, а из-за смысла этой песни, потому что она несет в себе такой посыл, что нужно быть сильным всегда, несмотря ни на что. Многие люди идут сейчас отстаивать родину. Иногда они стоят перед выбором. Им страшно. И мне их жалко. Вот. Я хочу, чтобы они были сильными, чтобы они знали, что мы с ними, что они молодцы, и чтобы они делали этот сложный выбор. Я хочу, чтобы сегодня моя песня дала им какой-то толчок, силу жить, а я плакса, которая не может сказать ничего.